Женской весовой категории до 52 килограммов. Гульбадам Бабамурадова, Туркменистан. Анна Харитонова, Россия. Категории 52 килограмм. Идуай Гильфон, Гульбадам Бабамурадова, Туркменистан. Блю Гильфон, Анна Харитонова, Маша. Разрешите представить вам премьеру судей. Руководитель КВР Яков Б. Германия. Арбитр Анатолий Кечман, Израиль. И бортовой судья Эдуард Исланян, Армения. Хотел задать Яков Б. Джомани. Арбитр Анатолий Кечман, Израиль. Ансельт-рефери Эдуард Исланян, Армения. Финалистки весовой категории до 52 килограммов в красной форме Гульбадам Бабамурадова Туркменистан является чемпионкой мира. Ее соперница в синей форме Анна Харитонова, Россия, также является чемпионкой мира и чемпионкой Европы. Казарадий Фон Гульбадам Бабамурадова Туркменистан звон чемпион. Гульбадам Анна Харитонова, Россия, звонит чемпион и европейский чемпион. Четыре. Так, быстро? Угу.